пока обновляется пульт, у меня появилась идея. Если это видео наберет 100 лайков, то я разыграю свой Chromecast 2018 года, который, кстати, ну, уже некуда. Столько HDMI-ов у меня нету. Для участия в конкурсе нужно всего лишь поставить лайк и написать в комментариях, что вы участвуете. Потом в рандомном порядке я разыграю перед... Я разыграю между комментирующими свой Chromecast. И обязательно его вышлю в любой город, куда скажете. Всем привет! Наконец-то я с горем пополам получил свою Яндекс-станцию мини, вторую назовем ее. Не знаю, как она называется, Яндекс-станция мини, но вторая версия. И очень ждал модуль. Прям мне очень нравится пульт в нем. Само Яндекс.ТВ так себе. Мне даже больше нравится Салют ТВ, чем больше Яндекс ТВ. Но тем не менее, это модуль. У нас есть Sberbox Top от Сбера на своей платформе. И вот сейчас будем сравнивать. Ну, во-первых, откроем, посмотрим, как. Я вот прям не знаю, что я больше хочу открыть. Естественно, модуль для меня прям вообще. У меня есть большая станция, маленький Ирбис. Ну, прям вот модуль хочу в первую очередь открыть. Давайте посмотрим, из чего состоит. К магниту прилип. Да, здорово, классно. Три блока. Все это тут. Идем дальше. Эх, пульт. Ну что, очень солидно, очень классно. Прям здорово. Такая вот инструкция. Да, по-хорошему надо читать инструкцию. Но мы, как всегда, не читаем. И по мере того, насколько это хочется, прям пульт огонь. Ладно, пока снимать не будем, потому что, скорее всего, это будет на кухне. Там, где все плохо. Да. Круто. Очень-очень круто. Нет, наверное, придется снять, потому что что тут батарейки. А, батарейки, может быть, стоят. Угу. Ну, нормально. USB Type-C. Наверное, здесь либо сброс, либо микрофон. Не знаю, наверное, не микрофон, все-таки сброс. HDMI. Наконец-то хоть не такое все огромное. Нормально. Для чего, интересно? Просто чтобы это было и прилипло. Угу, хорошо. Как
такая интересная. Впервые такое встречаю. Молодцы. Провод довольно-таки жесткий. Ну, ладно. Хорошо. Длина его очень хорошая. Ну, наверное, метра полтора, не меньше. Творишь? Ну, как-то так. Подключаем. Поехали дальше. Яндекс-станция мини второй версии с часами. Я заказывал черную. Хотя вот мой опыт говорит о том, что светлые, ну, меньше в них, на них видно какую-то пыль хотя бы, если, допустим, пыль села. Эльдорадо М-видео. М-видео говно, больше никогда не свяжусь с ними. Доставка была с 20 числа назначена за 3 недели до доставки. Доставляли 3 дня. Это ужас. Открывайте разду внутри. Хоп. Смотрим сразу. Станции гораздо больше. Блок. Ну, такая себе большенькая. У меня не было ни лайт, не было ни мини. Вот решил сразу такую с часами взять. Это питание, это AUX, это отключение микрофона. Это такая штучка. Кнопка громкости, минус, плюс, микрофоны. Питание похоже на Google Home. Потом попробуем. По характеристикам похоже нету здесь никаких характеристик. А нет, есть что-то. Давайте посмотрим, что здесь. Включаю. Хотите, спою. Богатый внутренний мир. Сотрясаю воздух. Значок. Так, услышь мой голос, живи с Алисой, да, больше же жить не с кем. Маленькая, зато громкая, нет, дружи только со мной. Хорошо. Подключаем.
Так, первое включение. К сожалению, подключить мы не сможем, потому что записываю на телефон. Ничего себе. Блин, не лезет. Ладно, тушим свет. Итак, первое включение. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри вашего устройства, и сейчас расскажу, как его настроить. Сначала установите на телефон приложение Яндекс или обновите его до последней версии. Затем откройте приложение, выберите в меню пункт «Устройство» и следуйте инструкциям. Как только вы закончите настройку, мы с вами сможем поговорить. Но не раньше, так что немного терпения. Ну, я так понимаю, все. Теперь подключаем к телефону. Пока обновляется пульт, у меня появилась идея. Если это видео наберет 100 лайков, то я разыграю свой Chromecast 2018 года. Который, кстати, ну, уже некуда. Столько HDMI-ов у меня нету. Для участия в конкурсе нужно всего лишь поставить лайк и написать в комментариях, что вы участвуете. Потом в рандомном порядке я разыграю между комментирующими свой Chromecast. И обязательно его вышлю в любой город, куда скажете. Итак, ставим лайк и пишем в комментариях, что вы участвуете. Комментарий может быть любой. Так, я сейчас буду входить в свою учетную запись.